Что ты говоришь? Я говорю, что это другие лебеди, это не те. Те? Ну, сначала я удивилась, где их дети, а потом я поняла, что это не тот мутант. Мы нашли лебедей, которых Наташа кормила. Или это они, или это другие? Скорее всего, это другие. Да нет, у того шея, по-моему, мощнее была. У него была шея длиннее и мощнее. У этого ближнего длинная, ну куда, видишь, какая? А то самка у нее короче шея, но у нее толще шея, чем у этого даже. Ну, короче, я не думаю, что он так похудел просто. Я думаю, что он что-то другой. Ну и реакция на нас другая совсем. Тот подплывал наглую там. Тот уже привык, что его люди кормят. Угу. Кто из них самка, кто самец? Я так подозреваю, что у самки шея короче, вот та вот, которая дальше, вот это самец, который крыльями машет. А у той шейка покороче. И хвостиком виляет жирненьким своим. Mm-hmm. Красавчик, красавчик. Клювиком что-то говорит, как крыски. Водичку попивает. Больше не отказывается. В общем, наверное, те, та семья либо улетела, либо тоже где-то вот так вот в другом месте. У нас же весь город, то есть у нас город полуостров. Мешаю тебе. Бери камеру. Это мы сейчас на том месте, где мы все время купались летом. Сюда и лебеди пришли. Это намыв называется. Николаев. Да, для красивые здесь виды, еще и с лебедями. Хочешь видеть? Не, я просто ту сторону снимаю. Что у них постоянно самец ближе к человеку находится, он там не поднимается. Люди пришли поснимать.
без солнца. О, смотри, лебедь, да, лебедь хороший, солнечный. Вот так вот появилась легенда про лохнесское чудовище. Фотографии против солнца лебедей. Смотри, они подплывают. А чем им эти люди? Их кормят, наверное. Наверное, они их знают. Да, они их кормят. Наверное, не первый раз. Идем, зайдем с другой стороны, не солнечно. Смотри. Что? Как снимает это. Во-первых, яркость больше монитора. Угу. Ну, на солнце хорошо видно, что снимаешь. Яркость сделаю. Больше. Это машинка. Что, это машинка какая-то? Да. Кузов. Такие волны, то есть немало будет шкурок, что угу. Можно почти этот левый поймал. Угу. Хорошо так на солнце они сейчас подсвечены. Смотрю, что-то в последнее время в Николаеве часто лебеди останавливаться стали. Угу. А потому что у нас не до зима. Не думаю, что это теплые края. Теплые края теперь у нас. Кажется, мы уже прилетели, садимся. Ну да. Смотри, запивает сразу. Да. Смотри, река такая классная. О, он чешется, что ли, там? Не успел. Ну да. Здорово. Ой, он стоит уже? Стоит, да? На ниве, да. Они понимают, да? Я красивый, я белый, пушистый. Нет, нет. Одновременно так синхронное плавание. Ну, может, пойдем? Да, знаю. Пойдем. У нас, конечно, плюс сейчас. Плюс 3 где-то на вечер. Смотри, идет куча людей, приходит на лебедей. Было нам остановиться одни. Ну, да. Все. Никого только что не было, да, начинали? Все, они сытые по-любому. Где они выплыли сразу в другую. Вот уже не дают людей. Ага. Они сразу не могут. Попрошайки. Красивые камни. Thank you.
Так. Хочу показать, как красиво. Дно красивое. Ни разу не снимали такой солнечный яркий день с синим небом таким красивым. Намного будет красивее кадры. Идем.